Незнакомый с Toyota GR – ошибка. Незнакомый с Toyota GR Arctic Track – фатальная ошибка. Лимузин среди внедорожных автомобилей с лифтованной на 40 мм подвеской. Усиленная тормозная система. 17-е легкосплавные колесные диски Arctic Track с 35-й внедорожной резиной. Для преодоления бездорожья спустите давление в шинах и включите питание лебедки. Пользуйтесь пультом на радиоуправлении. Под капотом установлены сапуны трансмиссии и дизельный двигатель 299 лошадиных сил. За радиаторной решеткой установлен компрессор и предпусковой подогреватель. Нижняя часть автомобиля полностью закрыта алюминиевой защитой. Первый и единственный в мире шноркель на Toyota GR. В штатном месте расположено запасное колесо и установлен фаркоп. Полный набор внедорожных блокировок, камера кругового обзора, черное матовое дерево, комфортные кресла с вентиляцией и подогревом, люк с электроприводом, тонировка, музыкальная система JBL, четырехзонный климат-контроль, проекция на лобовое стекло. Пульт Вибаста, кнопка управления компрессором. Понравился автомобиль? Звоните в Arctic Track. Хейтеры, люблю вас!